Добрый вечер. Вы смотрите «Пресс-клуб 21». В студии Иван Засурский и уважаемые гости, эксперты, журналисты. Сегодня наша тема – опера. Как вы считаете, опера умирает или у оперы большое будущее? Кто хотя бы первый высказаться? С некоторых пор являюсь оперным неофитом. Я могу сказать о том, что современную оперу убивают режиссеры. Потому что когда я прихожу в ГАПТ, и мне показывают синхронное плавание на сцене, или когда я прихожу в Академический театр Станиславского, и вдруг начинают, выходят обнаженные женщины и мужчины, показывают стриптиз, у меня возникает... Я не пуританин. Но если вы хотите стриптиз, вы знаете, куда пойти. Да, я знаю, куда пойти. Поэтому я считаю, что современную оперу убивают современные режиссеры. Я прошу прощения. В травиате стриптиз. Может быть, я кого-то оскорблю сейчас или обижу, но я вот сейчас услышал первое конструктивное. Да, пожалуйста. Замечание. То, что сейчас происходит, эти десятки, сотни постановок, за редчайшим исключением, это не опера, а это какое-то шоу. Пожалуйста, прошу. Чтобы любить оперу, приведите в Россию Варгаса, Чиоффи, Казарова, хоть кого-то, чтобы можно было услышать здесь. А мне приходится ездить за ними. Хорошо, ваш рецепт ясен, пожалуйста.